Добрый день, с вами Молодежное ТВ. Меня зовут Кабанова Анна. И сегодня мы у семьи Бородиных. С нами глава семейства, можно сказать, мама Светлана. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у вас 13 детей? 15. 15. Да. Из них трое своих. Да. Да. Мне кажется, это очень тяжело, или это не тяжело, иметь такую огромную семью и заботу, ответственность огромную? Нет, не тяжело. Нисколько не тяжело. Не тяжело. Вы, как я не знаю, очень дружная семья? Или у вас бывают какие-то конфликты? Ну, в каждой семье бывают конфликты. Часто ли они? Да нет, справляемся, решаем проблемы свои. Бывает и грустно, и весело. Хорошо. Ну, это как в каждой семье, нормальная семья. Да. Я понимаю, что без конфликтов никуда, но именно вот часто ли они, и как вы пытаетесь их преодолеть, решить? Да нет, не часто, как бы мы находим все равно общее решение проблем. Хорошо. Решаем. То есть вы можете назвать свою семью очень дружной такой? Да, очень дружной и веселой. Можно познакомиться? Можно. Может, познакомиться. Рассказать немножко? И расскажет, кто чем занимается. Привет. Здрасте. Так, меня зовут Аня. Как? Меня зовут Вадик. Чем ты занимаешься? Занимаюсь легкой атлетикой. Так, еще чем-то? Да. Я занимаюсь волейболом. Ну, в общем, все. Хорошо. Так, меня зовут Настя. Плыву, танцую, рисую. Творческий ребят. Хорошо. Так, дальше. Меня зовут Антон. Я люблю спорт, мне спортом нельзя заниматься. Хорошо. Все. Дальше.
Меня зовут Лена, я люблю заниматься песней, танцевать, рисовать, поделки делать, все. Меня зовут Марина, люблю поделки делать, рисовать, танцевать, все. Меня зовут Ульяна, я пою, танцую и рисую. Меня зовут Настя, я танцую, пою, все. Меня зовут Оксана, и я хожу на тренировки, и мы дома танцуем. Я Катя. Я рисую, танцую и поделки делаю. То есть вообще, ребята, все творческие, это очень хорошо. А вместе вы, получается, тоже любите танцевать, петь? Да. Все? Может, танцуете нам что-нибудь, или есть у вас какой-то, или как-то по отдельности? Какой-то номер просто мне говорили, что... Да нет, у нас не один, у нас четыре. Хорошо. Сейчас? Прекрасно. Можно сейчас, да. Bring the action. We say it all, 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 we say it
понял уже. Проблема для нас это не сложно. Мы прибираемся каждую в своей комнате. И мы полы у себя в комнате, прибираем, ну, протираем пыль. Ну, вот так вот. Все доброго. У вас как? Девочек, ну, тоже все хорошо? У нас у каждого распределена вот комната своя. Кто в комнате, кто в большой комнате, кто на кухне, кто готовит, кто там. Ну, для всех посуду мыть, допустим. Все, хорошо. Спасибо большое вашей семье, вашей маме, всем ребятам. Я желаю счастья. Освещаю.
быстро небеса, как чистые освещают нам дорогу. Свысока ждет ли нас удача велика, задача мы с тобой все сможем. Помоги нам, Боже, солнышко, у чисто небеса, так чистые освещают нам дорогу. Ребята, можете сказать, кто мечтает кем стать? Меня мечтает. Как хотите, можно в разброс. В порядке. Ну, я хотел стать спортсменом, но мне нельзя. Сейчас я хочу стать кондитером. Хорошо. Ну, моя самая хорошая мечта – это стать программистом. Я мечтаю стать певицей. Я тоже певица мечтаю стать. Парикмахера. Ничего страшного, хорошо, это хорошая профессия. Я милиция. Настя. Я не знаю. Может, нет? Ну, я может потом определиться. Ну, что-то убирает, ладно. Пока не определюсь. Моя заветная мечта в Ласка. Бухгалтером. Все разные, и все мечты хорошие. Ребята, я желаю вам также оставаться такими же дружными. Конечно, сегодня не все здесь, но я думаю, что также все хорошо, все так же вместе постоянно проводят время и хорошо общаются. Желаю, чтобы все ваши мечты сбылись, чтобы вы оставались всегда такой же хорошей семьей, такими же хорошими людьми. Мне было очень приятно сегодня с вами находиться. Спасибо вам большое, желаю вам удачи. Всего доброго. Пока!